Всем привет, с вами Тед, и сегодня мы учимся играть за Теранов. Сегодня я покажу вам в этом видео, как сделать 200 лимита до 8 минуты. Ну, точнее, там, к 8, да. Обязательно досмотрите до конца, потому что вас будет ждать посреди видео где-то приятный бонус. Вот. А ко всем, кто попробует, обязательно обращаюсь. Пишите в комменты. После того, как вы попробовали, за сколько времени у вас получилось собрать 200 лимита. Ну, а мы поехали. Опять же, видео — это часть серии, это первый шаг. И в этом шаге я объясню еще, зачем это делать, в принципе. Ну, это на самом деле классный расклик, поэтому рекомендую начать это просто против компьютера. Запускаете и учитесь основам Старкрафта. То есть вы уже настроили кнопочки, все у вас окей. Нужно строить рабочих без перерыва. Нужно строить солдатиков без перерыва. Ну и нужно развивать базы по мере наполнения. Здесь же немножко против бота я начну еще одну сущность, да, что вам нужно стараться в StarCraft постоянно держать уровень производства на уровне экономики. То есть, в принципе, если у вас вот 16 рабочих могут позволить вам производить какое-то количество солдатиков в минуту, у вас должно быть столько-то зданий, чтобы производить столько-то солдатиков в минуту. И все, вот это как раз приятный бонус, который вы можете скачать. Там внизу в табличке ссылка на скачивание таблицы продакшена. Так будет как-то называться. Поищите обязательно в описании. И вы ее скачаете. И там, собственно, написано, сколько юнитов за какое время делаются, сколько там бараков нужно получить. Вот. Если не понимаете, как она работает, обязательно пишите в комменты слово «гайд». Если я соберу 100 комментов со словом «гайд», я сделаю гайд по этой табличке. Вот. Если так не получится с ней разобраться, хотя она достаточно простая, смысл, я думаю, будет понятен. Вот. И исходя из этого, можно словить вторую логику, что выгоднее всего нам получить изначально какую-то экономику, а потом построить какое-то количество зданий под эту экономику. Что я здесь, в принципе, сейчас и показываю. Я строю сначала 3 барака, ой, 3 ЦЦшки. Бараки пока даже не спешу строить. И первый барак я строю под момент вот построения вот этой ЦЦхи. Сейчас я скоро это сделаю. Пока что все денежки сливаются в полный ноль, только чтобы производить КСМок. И вот, все, в момент, когда я чувствую, что вроде бы КСМок не хватает, я начинаю делать бараки. Посчитал я по табличке, сколько их надо сделать. И как только первый барак достроится, мы делаем из всех ЦЦ-шек наших орбитальные станции, чтобы они кидали еще мулов вдобавок. Ну и мулы это как раз нам будут давать возможность вот эти сапплаи достраивать. Вот, ловим, получается. Еще бараков добавляем. Заметьте, я еще не спешу даже строить. Тут сначала производство добавляю. Делаем сейчас орбиталки. И вот как орбиталки готовы, начинаем производство. Собственно, вот ответ вам, да, 18 бараков без пристроек способны производить мариков. Кажется, что 5-я минута, а у нас еще, ну, лимита совсем нету, да, то есть как же мы накопимся, да, вы можете сказать, у меня на 5-й минуте уже Battlecruiser, может, будет скоро заказан, там и танк стоит. Как бы, да, в играх все это вам понадобится, но в момент тренировки можно вот тренироваться, учиться раскликиваться так, пытаться собрать 200 лимита побыстрее. Заметьте, как ресурсы сливаются, то есть только вот у нас все достроилось, сейчас во всех бараках заказываются марики, и у нас ресурсы сливаются в ноль. Вот в этом вся суть, да, то есть наша экономика позволяет заказать 18 мариков, и как только они построятся, заказать еще 18 мариков. И ресурсы опять в ноль. Как только эти марики построятся, вот у нас ресы копятся, опять ноль. То есть мы постоянно держим ресурсы на нуле, копимся. И таким образом мы накопимся намного быстрее, чем если бы мы там делали с меньшей экономики, медленнее бы развивали экономику. Вот, и смотрите, 7-я минута у нас уже 165. Уже 183 и 200 лимита на 8 минуте. 200 лимита Терана на 8 минуте. Вот, то есть это реально прикольно. Вот так вот это интересно работает.
И, собственно, что делает вот эти 200 лимита? Они вот так вот подходят и просто за секунду испепеляют все, что угодно. Кому не нравится тренироваться против бота, ребята, это можно играть и на ладере. Важно понять, что это тренировка. Вы тренируете навык постройки. И вы тренируете заказывать КСМ-ок без остановки. Поэтому в целом это можно тренировать на ладере, но имейте в виду, что это, то есть это не стратегия, чтобы вы выигрывали всех. Это тактика тренировки механики своей, да, то есть чтобы ваши руки запоминали действия и все было как бы окей. Вот, как я это сделаю сейчас на рейтинге? Я поставлю, естественно, саплайчик, я поставлю барак, я поставлю газ. Я рекомендую в начале и во всех следующих частях затерано еще это будет не разведываем, это раз. Следим только за собой и со своими действиями. Нам нужно отточить сначала свои навыки. А два, это не делаем апгрейды особо. То есть там будет в одном видосе, по-моему, апгрейды. Но в основном не нужно делать апгрейды. Только стимпак максимум, какой-то щит. Следим просто производство юнитов, производство КСМок. Вот и все. То есть продолжаем. Я делаю здесь реактор. Начинаю делать по два марика. Добавляю еще барак. Я просто трачу ресы. Я слежу, чтобы ресы тратились постоянно. Вот ко мне кто-то пришел, там КСМчик, мы его убили. И я слежу, чтобы все строилось постоянно. То есть вот я вижу, что уже вроде бы я потяну третий барак. На этом я техлабу добавил. Продолжаем строиться. Здесь реактор. Мариков раскидал чуть-чуть, чтобы видеть, откуда к нам кто придет. Но при этом как бы этого достаточно. Не надо сильно раскидывать. 4.30 следующая ЦЦХ. Газы я не ставлю. То есть газ просто копится, как бы и ничего страшного. Вот. Тем временем здесь спокойно копим. И вот момент. Сейчас мы насытим эту базу КСМ-ками. Насытилась база, доставляем сразу же бараки. Да? То есть вот сразу же в этот момент доставляем бараки. Так, чтобы нам хватало на отбитие от всего. То есть там у нас было 18 бараков, здесь, так как у нас реакторы, достаточно будет 8. Вот. Но так как они чуть позже ставятся, можно будет поставить еще пару запасных. Да, главное, чтобы вы могли тратить ресурсы максимально. Вот тут он что-то устроил, какие-то нападения на нас. Вот мы разменялись. То есть, заметьте, мы потеряли 26 мариков примерно. Но на 8-й минуте нас стало 124. То есть у нас похуже сейчас ситуация. Почему? Потому что, во-первых, я сделал апгрейды, хотя говорил их не делать, и потому что я не успеваю тратить ресы, да, то есть где-то здесь что-то я ошибся. Но, тем не менее, чуть-чуть время пройдет, и к 9 нас будет почти 200, и вы такими, как бы, успехами каких-то соперников до платины, там, до середины платины сможете даже выигрывать, если вы просто хорошо маситесь, пусть просто на мариках без апгрейдов. Но если вас намного больше, чем соперника, вы вот так вот будете приходить, устраивать тотальный расстрел, просто он ничего не сможет с вами сделать. Вот так вот это работает. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Напоминаю, что эта серия — это часть обучающей программы из 10 шагов. Вы можете посмотреть всю программу, перейдя в плейлист, либо перейти на следующую серию. С вами был Тед.